Нарьян-Мар погружается в праздничную атмосферу. За несколько недель до Нового года в столице региона открываются различные ярмарки. Особый интерес у горожан вызвала гостиная мастерская. Ее организовал этнокультурный центр. Различные мастер-классы, угощения и аттракционы. Развлечения на любой вкус и для всех возрастов. В волшебную атмосферу погрузились сотни людей, в том числе и наша съемочная группа. Мы делаем елочку из теста. Всего несколько минут, и вот он результат. Небольшой кусок соленого теста в руках трехлетней Валерии превратился в яркий и завораживающий главный символ Нового года. Конечно, не без помощи мамы. По сути, заниматься в городе нечем и некуда сходить с ребенком. А здесь такая площадка и очень много развлечений. Это очень хорошее мероприятие. Предновогоднее настроение в морозные декабрьские дни здесь разбавляют горячими танцами. Самба, румба, ча-ча-ча. Эти ребята закружат голову любому. Ну а это уже современные танцы в исполнении студии «Элит». Публике, конечно, нравится, вот только в пляс зазывать приходится. Конечно, бы хотелось больше поддержки, да? Да. Больше поддержки какой? Ну как бы, чтобы они тоже с нами танцевали. Повсюду небывалая праздничная суета, различные забавы, мастер-классы и яркие украшения. На прилавках самодельные куклы, ненецкие статуэтки и другие сувениры. На каждый товар свой купец. Все нравится, все здорово, ребенку весело, везде увлекательно. Сделать подарок своими руками. Гостиная мастерская собрала тех, кто расскажет и покажет, как встретить Новый год в лучших семейных традициях. Мы проводим такие мероприятия в преддверии Нового года, чтобы напомнить людям, что Новый год – это семейный праздник, что к нему надо готовиться, что надо готовить какие-то подарки своими руками, новогодние игрушки, чтобы украсить домашнюю елочку свою. Пока одни зазывают широким ассортиментом на прилавках, другие мастерят подарки сами, кропотливо выполняя инструкции наставника. Я бабочку делаю. Бабочку делаешь? Сама делаешь? Да. Никто не помогает? Мама чуть-чуть помогает. А у тебя вот на личике тут кто-то нарисован, это кто? Бабочка. Бабочка? Кто тебя рисовал? Я сама рисовала. Сама? Да. А здесь словно возвращают в прошлое. На столе советские игрушки, которые затем разукрашивают вручную. Несколько движений, и эта красная звезда превращается в отличное украшение для елки. Сейчас очень популярны игрушки, стеклянные игрушки из стекла. А мы предлагаем сделать игрушки из дерева. Поэтому и ретро-подарки. Вдохновление здесь найдут и те, кто не знает, как и чем украсить новогодний стол. Знаменитый оливье и запеченная курица отнюдь не предел. Для гурманов предлагают вполне бюджетное блюдо – фаршированная пелеть. Изнутри промывается, прочищается, фаршируется жареными овощами. Здесь вот ложится чуть-чуть сыр сверху, чтобы вот зафиксировать фарш внутри. Значит, когда она запечется, вылаживаем ее аккуратненько. За несколько часов гостиную мастерскую посетили сотни человек. Это жители и гости города. Каждый, кто зашел сюда хотя бы на 10 минут, непременно обрел новогоднее настроение. До главного праздника уходящего года чуть больше 2 недель. Олег Танзейский, Роман Делимарский, телеканал «Север».